большого оптимизма. А кто ждет пенсию, ее дождаться. Да, конечно, она никак. А главное ее потратить. Потратить, если мы ее заработаем. Чтобы не повышались цены на продукты. Нам, пенсионерам, совсем уже, ой-ой-ой, жить страшно становится. Благополучие, здоровье, и чтобы не было войны, а в-третьих, чтобы был у всех царь в голове. Нормальная политическая ситуация, и чтобы очень многие конфликты и уголовные дела закрылись. Нас очень сильно волнует московское дело. И хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось, и чтобы все были на свободе. Чтобы люди были добрее, доброжелательнее, чтобы они жили осознанно и уважали друг друга. Чтобы человек не боялся высказывать свои личные мысли. В новом году я хочу, чтобы сняли нашего президента Владимира Владимировича Путина, чтобы не было коррупции. Вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя, курения, заняться спортом, взять ответственность за свою жизнь на себя. Чтобы все люди жили счастливо и чтобы не вырубались леса в Сибири. Наконец-то избавиться от иллюзий. Чтобы мы сняли вот эти самые розовые или другого цвета очки и наконец-то трезво взглянули на этот мир. Чтобы наконец-то наше телевидение, центральное особенно, научилось говорить правду, а не половину правды. С Богом 2020-й, поехали!